зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее. Андрей Тарковский. Это правда? Да. Невозможно. Он же должен был уехать. Как они его достали? Он сам пришел с чистосердечным, так сказать, признанием. Где этот Иуда? У Суворова. На допросе. Сычев, ну скотина. Что за люди? Ничего доверить нельзя. Все сам, все сам. Догорело все синим пламенем. Вот так-то лучше будет. Слушаю. Нет проблем. Да не будет никаких проблем. Клянусь, никаких проблем не будет. Здорово, Прехкин. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая создала им предпосылки, что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, безозона, всесезонна. Зона, зона, без резона, канитель. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит прийти апрельская капель. Горелым пахнет. У тебя что, опять пожар был? Да какой пожар, так порядок наводил. Поднакопилось хлама. Опять же, цветочки удобрять надо. Для них зола самое то. Все в рост, все в рост. А у тебя ко мне какое-то дело, Юрий Иванович? Да какие там дела? Слава Богу, все кончилось. Да, досталось тебе. Всем досталось. Да не будем о грустном. Главное, что убийство Веллера раскрыто. Да, кто бы мог подумать, что Шверник оказался таким оборотнем. Разделяю твое негодование, Сергей Сергеевич. А все они проклятые. Деньги. Деньги, вот главное зло. Или их отсутствие. Устал я. В отпуск хочу. Как думаешь, меня отпустит Николай Степанович? Юр, так ты за этим пришел? Да нет проблем. Все сделаем. У меня есть на примете одно местечко. Впервые за свою практику сталкиваюсь с явкой с повинной. Вас заставили? Ну что? Я действую по велению совести. Угу. А вы забыли указать, кто отдал приказ убить Гаврилова. Какой приказ? Не было никакого приказа. Я сам убил. По собственной инициативе. В чем раскаиваюсь, как это чистосердечно. Ну и все такое. Понятно.
почему же вы раньше бегали от правосудия? Думал, совесть обмануть. Не получилось. На 15-е? Галчонок, а нам пораньше нет? Посмотришь. Но я перезвоню. Целую. Ну что, Багров, можешь считать, что путевка в санаторий у тебя в кармане. Ну, Сергеич, я твой должник. Да не надо благодарности. Ты столько для коллектива сделал. Должны же мы как-то тебя отблагодарить. А главное, море, чайки. Как я тебе завидую, Багров. Водичка, как в Херсоне. Ты про что, понимаешь? В Херсоне в ресторане тоже фонтан бил. Не помыться, не попить. Как же тебе в Херсон-то занесло, бедолага? Ты зря смеешься, Максим. У меня биография очень запутанная и сложная. Да? Да. Николай Алексеевич, ну, может, ты не пойдешь такой ногой в воду? Нет. Я аккуратненько. Я защиту одену. И чтоб гипса не промокла. И все. Ну, береги ногу, Алексей. Ага. Катя, ну, Катенька, ну, девочка моя, ну, что случилось, ну, что? Ну, что на тебя нашло? Ну, что ты плачешь? Ну, солнышко мое, ну, не плачь, ну, не могу я, когда ты плачешь, слышишь, Катя? Господи. Катя, Катенька, как ты меня напугала, маленькая моя, Катечка. Катя. Любишь меня? Любишь меня? Я очень тебя люблю. Слышишь, Коля, я очень тебя люблю. Я никому тебя не отдам, Колечка. Господи, Господи, не плачь, Катя. Катя. Коля. Катя, да за что мне такое счастье, Катечка? Коля, Коля, мы будем помогать, и она ни в чем не будет нуждаться. Слышишь, мы все преодолеем вместе. Ты и я, только вместе, пожалуйста, Коля. Хорошо. Избавься от этой ведьмы. Избавься от нее, пожалуйста, разведись с ней. Хорошо. Разведись. Я разведусь. Ты скажешь ей это? Ради нас я скажу, да. Ты скажешь? Я скажу, Катя, только не плачь. Пожалуйста. Только не плачь, ладно? Блин, нифига себе в баню сходили. Сколько он уже в отключке? Да уж прилично. Смерть мозга в натуре обеспечена. Фу! Надо что-то делать, господа. Я покойников боюсь. Да иди ты, блин, что делать-то, а? Да без понятия в натуре. Что это было? Ты, Тихон Алексеевич, похож совсем бессмертный. Санек, ты что, обурел в натуре? Кто Тихон Алексеевич? А кто ж тебе? Читайте по наколочкам, воры и кумовья, моя татуировочка. Визиточка моя. Я. Ну, как видишь, я сделал все, что вы просили.
это не понадобится. Не понадобится — уничтожен. Ошиблись мы в тебе, Пряшкин. Да нет, ну я все исправлю, честное слово. Это ты. Ты во всем виноват. Да не суетись ты, Сергей Сергеевич. Лучше подумай, как решать проблемы. Не дави на меня. У меня и так нервы на пределе. Я не киллер, я простой человек. Я очень устал. Да, экономист. Смешная у тебя история. Обхохочешься. Если кому-то надо, чтобы тебя выпустили, выпустят. А нет, так будешь сидеть. Это, Кич, еще не худший вариант. Черт. А что это у тебя такое? На ожог похоже. Да нет, это царапался. На царапину не похоже. У меня точно такой же был. При задержании электрошоком успокаивали. Чего ты докопался? Царапина это. Побрился я неудачно. А мойку порезался, понял? Сергей Сергеевич, я думал, ты уж давно дома. Да я и сам думал. Видно, на том свете отдыхать будем. Так и не разбериха в нашей богадельне. Кого уж нет, кто болен. Вот самому пришлось на ночное дежурство заступать. Сочувствую. Спасибо. А ты, Юрий Иванович, чего не уходишь? Я? Да я уже иду. Свет перегорел. Ты как? А? Цела? А? Это Пряшкин. Он за мной шел. Знакомый почерк? Сергей Сергеевич! Ночью! С лестницы! Ты от Кузи так же избавился? Юра, он сбежит. Не сбежит. Побудь здесь. Ну, рассказывай. Наконец спрашиваешь. Мне, конечно, интересно. Да. Нет, я не хочу, пожалуйста, к черту со своими инструкциями. Да не волнуйся, Тарик, ну, все в порядке, да. Ты очень помог. Да поймали, если можно так выразиться. Обещаю, да. Скоро. По всем внешним признакам самоубийства. Вот тебе, Сергей Сергеевич, кто бы мог подумать. А вот, послушайте.
Здесь капитан Пряшкин Сергей Сергеевич. Виновен в убийстве майора Виллера, а также в организации подпольного цеха, по изготовлению фальшивых денег. Ухожу из жизни добровольно. В моей смерти прошу никого не винить. Красиво ушел. Быстро они тебя отчитали. 15 минут и приговор. Дурное дело нехитрое. Приговор у них на 8 страницах был. Причем заранее написан. Я не пойму, если у них приговор заранее написан, нафига весь этот цирк? Суд удаляется для принятия решения. Не, ну а че они голову-то морочат? А ты не знаешь? Ну, догадываюсь. Процедура, наверное. Процедура. Прикол это лунь. Обычный прикол для веселья. Типа судьи тоже когда-то людьми были. Сомневаюсь. Счастливый тогда. Осудился уже, все. Мне только завертелась вся эта бодяга. Ты будешь казатку подавать? Хрена. Пустой. Мне бы на этап быстрее соскочить. Передай ему. Скажи, что ему бояться нечего. Я все взял на себя. Да. Твоей семье не позавидуешь. Слушай, адвокат, ты семью не трогай мою. Слышишь? Не расколет он меня. Пойми, нельзя мне выходить. Все. Нельзя. Никак. Да. Никак. Попал ты, родной. С одной стороны, бандюки. С другой стороны, ну, ты сам знаешь, кто. Переплет. И даже посоветовать мне тебе нечего. Очевидно, Веллер вышел на тайный бизнес Пряшкина и Шуверника. За это его и убили. Да, похоже на то. Благо, Пряшкин кассету оставил с признанием. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ну что, все детали ясны. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Меня беспокоят вот эти. Они так и остались неизвестными. Ну, это только предположение Веллера. В конце концов, мозгового центра больше нет. Извините. Таня. Да, Танюша. Уж как у вас? Умнички. Сегодня боюсь, что не успею. Не ждите меня. Да. Анюту поцелуй от меня, пожалуйста. Скажи, что папа жалеет, что не получилось. Пока. Извините. Эти бумаги надо приложить к делу. Не надо, Николай Степанович, не провожайте. Спасибо за службу, майор. Так куда тебя жена-то звала? Да, она с Анютой в театр идет. Так иди. В чем дело? Я тебя отпускаю. Да это формальное приглашение. Она позвонила, чтобы Анюта слышала. Понятно. Тоже в эти игры играете? Будешь? Нет, спасибо. Извини. Так, что ли, посиди. Менять что-то надо в жизни. Согласен.
самое поганое, Юра. Что изменить, в общем, ничего нельзя. Выкладывай, Агдам. Зачем пожаловал? Осудили меня. Знаю. Короче. Этап на днях. Тут каждый день этап. Дальше что? Ну, я за собой косяков не чувствую. Судьбой своей дальнейшей интересуюсь. Не косячил, выходит? Нет. А с мусорами кто колоду подрезал? Ну, не по своей же воле, Таран. Ты же знаешь. Не по своей воле девки юбки мнут. А у пацана воля своя. Всплывет на этапе твой мусорской фарт. И что же мне по ходу делать, Таран? А я на тебя зла не держу. Живи, если получится. Опять высокая. Вам нужно поменьше нервничать, Булатов. А разве такое возможно? Возможно, Григорий, возможно. Ты просьбу мою выполни. Быстро и в лучшем виде. Тогда нервы будут целы и давление нормализуется. Вот возьмите, пейте утром целую, а вечером половинку. Если вдруг головокружение, там шум в ушах или мушки перед глазами, сразу вызывайте меня. Все путем. Ну что, Григорий, мы себе еще покажем? Покажем. Если получится. Камеру отведи. Нальгин дать? Мне бы яду, Мариша. Я тебя понимаю. Отведи, а. К Велену, так к Велену. Вызывали, товарищ майор? Проходи, Олег. Располагайся. Ты аквариум завела? Может, мне попозже зайти, когда вы вернетесь? Я не вернусь, Олег. Тогда до завтра. И завтра тоже. Я получила новое назначение. Поздравляю. Меня попросили порекомендовать кого-то на должность начальника оперчасти. Я сказала, что лучше тебя с этой работой. Спасибо, конечно.
Подожди, Свет, ты что, серьезно, что ли? А рыбки тебе? Ну что, Агдамка, не захотел Таран впрягаться? Я так понимаю. Так. Высоко, больно, взлететь захотел. Ну и чё? Падать больно? Больно. Косяков нарезал? Но и на что рассчитываешь? Косяк мой невольный. Ну ладно, не гони, кому гонишь? Так я... Ну что ты я, что ты... Что ты забуксовал-то? Вилен, спаси. Покрышку гроба тебе предан буду. Покрышку, говоришь? Честное имя пацанское дорогого стоит. Велина, ты только прикажи, я же все сделаю. Да я же врагов твоих на части рвать буду! А силенок-то хватит? А ты только скажи. Как ты? Нормально. Лешка. Мы спасены. Этот человек пришел с Валиной. Сам понимаешь? Ты уверена? Да. Я говорила со следователем. Он просил подождать совсем немного. Вопрос о твоем освобождении практически решен. Солнышко мое, только давай не будем радоваться раньше времени, ладно? Поверь мне, завтра ты будешь на свободе. Ой, как бы я хотел в это верить, Наташка. Лешка, родной, это все. Скоро мы забудем весь этот кошмар. Следователь сказал, что он снимет все обвинения с тебя, как будто ничего не было. И начнем с белого листа, да, Наташка? Значит, собачью преданность предлагаешь? Это хорошо. Собак люблю. Только среди них часто суки попадаются. Сука никогда не было. Ну, всякое может случиться. Лен, не сучусь, не сучусь. Добро. Хочешь преданность доказать? Все, что скажешь. Сидит у тебя в хате фрейрок один. Экономист погонял. Ты его поднял. Тебе его гасить. Он уже на Тарана работает. Таран его по делюге своей вольной хочет угловым поставить. А у меня сын. Конкуренция. А мне эти проблемы не нужны. Догоняешь? Догоняю. Клянусь. Экономист на волю не выйдет. Доставки. Сдачи не надо. На сегодня все. И так уже все нахреначились. И имейте в виду, завтра с утра всех бить буду. 8-1 пацанам передай.
шикуешь экономист. Ну так ведь не каждый день откидываюсь. Ну что, экономист, давай выпьем. Когда еще свидимся? Тебе домой, мне на этап. Восьмерик мотать на строгаче. Ты иногда экономисту не завидуй. Он у нас святой мученик. Это мы с тобой душегубы. Да. Тут он еще один душегуб есть. Он, правда, ему пить с нами в западло. Ждем, не начинай. Ну хорошо сидим, но не рожь ты праздник. Дядя Гриша, как же ты достал, а? Тебе бы в сельской школе учителем работать. Да хорош, Агдам, хорош, хорош. Давайте лучше выпьем, братва. На, волчара, выпей. Ну, с ними не хочешь, так со мной, с Митей Сухим, выпей. На войне, как на войне. Ну, сейчас начнется. Сейчас капитан в атаку пойдет. Ну, а ты, экономист, чего не угощаешь? Присаживайся. Неохота портить такой день. Понятен, капитан. Позвали на поминки. Терпите. Ты бы отдал распоряжение, Андрей Иванович. А что, уже пора? Да. На утро приемка нового груза. Ну, так завтра и переведи. Как там, решили насчет нового координатора? Решили. И кто же этот счастливец? Ты не поверишь. Дай-ка железку. Дай, Агдам, резать никого не стану. Так, пару штук армейских покажу. Дай ему, Агдам. Да пусть покажет, волчара. Учите, щенки. Ты за базаром-то следи, пожалуйста. Ты, экономист, гляжу, наблатыкался. Вот подрежу тебя. И на свиданку со своей адвокатшей отправишься. Ах ты, сука ты, рваная! Пришу тебя, подваренок. Что всем сказал? Что? Кровью моей хочешь? Дай ему заточку. Ну, все, пусть режет. Все, прирежет. Все! Отлохните оба! Не связывайся с ним, Алексей. Зачем тебе труп? Тебе завтра на волю съезжать. А ты, вояка, иди проспись. Таких надо. Руки марать неохота. Давайте. Ну что, до завтра, Юрий Иванович. Счастливо.
Анютка. А мы в театре были. А ты почему не приходил? Заяц, я хотел. Ты хотел? Угу. Но не мог? Но не мог. А сейчас можешь, пап? Пошли домой, Юр. Пошли. Пойдем. Агдам, с вещами на выход. Что за дело? С вещами на выход. Давай по-хорошему, а то без вещей на этап вышвырну. Хотел. Вставай, а то дубинкой отделаю. Опять в мое дежурство. Здравствуй, Агдам. Будем знакомиться. Меня зовут Андрей Иванович. Сегодня буду пораньше. Все уже. Домой поехал. Да. Добрый день, товарищ майор. Юрий Иванович, нам нужно серьезно с вами поговорить.
О чем вы хотели поговорить? Мне поручено рассказать вам о Соне. Подошел в состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Для конвоя появились предпосылки. Обшмонать его бродяжий нищий скраб. Жизнь лихая повернулась к людям задом. И к грузину, и к барыге, и к вору. Ведь они в фортуне каждый стали гадом. И закону все пришлись не ко двору. Зона, зона, без озона, все сезонно. Зона, зона, без резона, канитель. Зона, зона, ни к сидельцам, ни к погонам. Не спешит прийти апрельская капель. В хату сядут все различные такие. Кто не верит, кто боится, кто молчит. Скоро надо в ограниченном пространстве разобраться, кто продался и стучит. Человеком здесь остаться так непросто. Каждый день приносит множество проблем. И сломаться бедолагам очень просто. Оказаться подлой сукой без проблем. Сезонно. Зона, зона, без резона, канитель. Зона, зона, ни к сидельцам, ни к погонам. Не спешит прийти апрельская капель. Не спешит прийти апрельская капель.